Подожди, подожди. Привет, Сергей, я знаю, у тебя есть прикольные результаты по продукции, расскажи вкратце. Значит так, был перелом 4-5 костей, с смещением. Вот. Врачи обещали 5 недель минимум ходить с гипсом. И на разработку еще пару месяцев. В итоге начал ползаться кальций, продукция тяньши. Пришел к врачам через месяц, сняли спицы, сказали, надо было домой снимать, никаких проблем нет. За неделю разработал руку, вернулся в спорт. А каким спортом занимаешься? Тайским боксом. То есть ты в тайском боксе получил травму? Нет. Понятно. Но в итоге сейчас теперь занимаешься, да? Конечно, да. Ясно. Сколько ты сэкономил времени при помощи продукции? Ну, если по максимуму взять, я думаю, полгода. Ну, супер. За неделю разработка руки, это, не знаю, это фантастика, по идее. Ну, мы рады тебя. Спасибо за результат. Пока. Продукции, вам.